Департамент здравоохранения провел анализ средней оплаты труда управленческого персонала и врачей и медсестер всех лечебных учреждений области. В ходе мониторинга выяснилось, что в 22 из них заработная плата руководителей финансовой службы намного выше средней зарплаты основного медицинского персонала. Сейчас Департамент здравоохранения разрабатывает положение о том, чтобы минимизировать эту разницу. В 20 лечебных учреждениях будет сокращена должность заместителя главного врача.